عشق مزارده دل آزارده آر بازارده ارزان مناموس ای تل میز خار الدد مکار تکرار و تکرار سرسان مناموس قلب مزلرگه ساخته سوزلرگه ناموسزلرگه یالغان مناموس تشلب کتلگن قدر تو کلگن بگن کچلگن ایمان مناموس ارزان مناموس سرسان مناموس ناموسزلرگه یالغان مناموس تشلب کتلگن ای قدر تو کلگن ای بگن کچلگن ای ایمان مناموس Алло. Слушаю, мам. Алишер Джон, как ты, сынок? Спасибо, мамочка. Как вы сами? Нормально. Как вы поживаете? Хорошо, сынок. Когда ты вернешься? А, ну, после работы, мам. Все нормально? У вас голос какой-то другой. Да. Поговорим, когда приедешь, сыночек. Хорошо. Ладно, мам. Послушай меня. Если получится, приезжай пораньше, хорошо? Мамочка, вы меня пугаете. С папой все хорошо? Да, твой папа здоров. Не переживай, у меня к тебе другой разговор. Ага, хорошо. Ладно, мама. Хорошо, пока. Ладно, сыночек. Вы поработаете сегодня. Завтра я подготовлю для вас другую комнату. Хорошо, но что это такое, Хилола? Вы здесь начальник. Почему она вас не слушает? Вы не переживайте. Я им еще покажу. Они здесь долго не будут работать, поверьте. Вы меня поняли? Ну да, хорошо. Все понятно. Можно? Ну ладно, я пойду. Можете идти. Да, Алишераке, как вы? Все нормально? Недостатков нет? Все в порядке, спасибо. Ты вызвала меня, чтобы это спросить? Да нет, на самом деле по другому поводу. Ну? Вы знаете, Фархот вернулся со своей женой. Ты о Гузаль? Да, именно о ней. Они метят на мое место. Они решили меня выгнать отсюда. Можно? Вы не видите, я разговариваю. Ой, простите, я буду на улице. Я хотела спросить. Они ведь и вам враги. Я могу полностью довериться вам. Подожди, подожди. Что ты от меня вообще хочешь? Если придется выбирать их или меня, могу ли я рассчитывать, что вы выберете мою кандидатуру? Нет. Нейтральная сторона. И не хочу вмешиваться в эти дела. Алишераке, ведь они столько всего сделали вам. Они мне никакого вреда не принесли. Еще я не вмешиваю личную жизнь с работы. Так еще у меня даже нет желания смотреть, как делите вам. Нет, конечно. Мне-то какая разница? Вас вообще не интересует, кто станет начальником клиники? Хорошо. Какое мне дело? Я врач, и я прекрасно знаю свою работу. И я прошу вас не мешать моей работе. Хорошо? Я пойду. Мерзавец. До сих пор любит Гузаль свою.
Ассаламу алейкум. Ва-алейкум ассалам. Доченька, все мы взрослые люди. Ссоры и суд совсем для нас не подходят. Лучше давай мы спокойно решим эту проблему. Вы правы. Я тоже очень устала. Я поговорил с невесткой. Она на все согласна. У Хумаюнджона есть дом, где ему жить. Они говорят, что вы можете воспользоваться домом, оставленным Талибджоном. Ведь дом полностью пуст. Что вы скажете на это? Да. Ну, что я могу сказать? Пусть теперь решают взрослые. Если вам нужен тот дом, можете спокойно забирать. Что мне сказать? Если честно, конечно, он нам нужен. Сейчас мой муж делит дом, в котором мы живем со своим братом. Хоть и мой муж самый младший, но они не хотят отдавать нам дом. Если мы переедем в дом моего покойного брата, то намного бы успокоились. Правильно. И ваш муж, может, не будет делить дом с братом? Да нет. Разве есть дурак, который отдаст им наш дом? Такой огромный дом, да? Да. Ладно, это уже проблемы братьев. Но что мы будем делать? Если мы вдруг отдадим дом вам, Хумаюнджон потом может спокойно жить со своей бабушкой. Вы подпишите документы, что больше не будете нас беспокоить? Ну да, конечно. На самом деле, бабушка тоже неплохо его воспитывает. Я могу поверить тебе. После того, как мы отдадим дом, ты больше не потревожишь нас? Да нет, дядя. Зачем мне вас тревожить? Вы как сразу переведете дом на наше имя, мы закроем эту тему. Потом вообще вас не увидите. Ты, мерзавка алчная, посягаешь на право этой сироты? Что? Эй, тебе не стыдно? Эй, тебя твой племянник вообще не интересует, да? Ты лишь желаешь заполучить тот дом, ведь так? Я это еще в первый день заметил. Знай, я тебе не отдам ни своего внука, ни его права. Ты поняла? Что? Почему это не отдадите? Отдадите, понятно? Дом моего братишки. Что, через моего племянника хотите завладеть нашим домом братишки, да? Не дурака, который отдаст вам этот дом. Так это вы меня еще одурачили, да? Вот теперь вы у меня получите. Вам понятно? В чем дело? А, ты освободилась? Хватит заходить ко мне в кабинет, когда я занята. Понятно? Простите, начальник. Хватит поясничать. Я и так на нервах. Наверное, сегодня все на нервах, да? А что вообще сказал Алишер? Ничего. Он никак нам не поможет. Он говорит, что не будет вмешиваться. На деле он самый умный человек в клинике. Сейчас, если он выберет хоть одну из сторон, он будет рисковать. Может и проиграть. Но он между. Кто бы ни проиграл, он останется на своей работе. То есть останется со своей репутацией. Мне теперь нет дела до него, понятно? Что мы будем делать? Утром ко мне заходил твой зять. Он немного нервный. На вас тоже накричал? Да, немного. Скорее нужно их убрать отсюда. Мы слишком спешим. Они-то паникуют, что остаются без ничего. Но почему
ты паникуешь? Ведь все и так в твоих руках. Почему ты поддаешься панике? Они могут этим воспользоваться. Я что, должна молча сидеть? Конечно. Ты продолжай работать спокойно. Это они сейчас должны стараться, не ты. Ты не должна совершать ошибки. Но если будешь паниковать, то точно совершишь ошибку. Посадите сюда. Ассалам алейкум. Ну, здесь вам нравится? Знаете, за то, что я предоставила вам такие условия, мне бы дали как минимум 15 лет. Но я рискнула, только ради вас. Но пациенты не живут в таких обстоятельствах. Когда придет проверка, вы выйдете в свою комнату. Понятно? Пойдет, спасибо. Ну, где мы пообедаем? Не знаю. Нет аппетита. Да что случилось? С тех пор, как пришла, даже ничего не говоришь? Мне испортили настроение. Кто? Скажи же уже. Кто посмел обидеть мой цветочек, м? Кто? Ну скажи мне. Сегодня забрали мой кабинет. Забрали? Кто забрал? Почему забрал? Дочь владельца клиники. Газаль вернулась на работу. Как пришла, сразу забрала мой кабинет и устроилась там. Раз дочка владельца, то делает то, что хочет, да? А этот кабинет раньше был ее. Так еще она ненавидит меня из-за Лишераке. Ладно, идем, пойдем и поговорим. С кем? Ну, с твоим начальником или с его дочерью. Хоть с кем, мне без разницы. Не надо. Нет, нужно. Нужно поговорить. Я тебе серьезно говорю, идем. Да бросьте, не нужно. Мне пообещали, что подготовят новый кабинет. Точно? Ты в этом уверена? Точно. Ну тогда не сиди здесь без настроения. Лучше идем, поедем и покушаем чего-нибудь. Ладно. Хочешь сладости? М? Поехали. Папочка. Ой, ассалам алейкум. Валейким ассалам. Как вы? Хорошо. Ой, доченька, как ты? Я не ваша дочь. И этот дом не ваш. Вам понятно? Я поняла вас, доченька. Хорошо. Послушайте, я говорю вам, я не ваша дочь. Где мой отец? Его нет дома. Куда он ушел? Я не знаю. Он сказал, что у него дела. Проходите в дом. Что вы стоите? Ну-ка, у вас есть что-нибудь попить? Что будете пить, доченька? О, снова она называет меня доченькой. Я не ваша дочь. Идите, заварите чай. Ну, ладно, хорошо. Боже мой. Стой, Гузаль. Что? Что с тобой происходит? Ничего не происходит. Ты очень грубо разговариваешь, Гузаль. Ты ведешь себя так, будто разговариваешь со служанкой. А она не служанка? Кажется, даже служанка стоит выше нее. Я ей еще покажу. Идите, выходите в зал, я сейчас. Вот чай. Гузальхон, вы еще что-нибудь будете? Да, покой. Нужен покой. Нужна моя счастливая семья. Моя мама нужна. Вы сможете ее найти? Я должна избавиться от вас. Это возможно?
Что ты говоришь, доченька? Послушайте, я вам сказала не обращаться ко мне как к дочери. Я не ваша дочь. Что вы за наглый человек такой? Вы хотите забрать наш дом, а ваша непутевая дочь клинику, да? Не дождетесь. Теперь все станет на свои места. Послушай меня. Вы послушайте. И слушайте внимательно. У вас нет ни малейшего права на этот дом. Моя мама из жалости привела вас сюда. А вы что сделали? Вы прогнали мою мать из этого дома, придумав всякие проделки со своей бесстыжей дочерью. Вы ведь больной человек. Вы на шаг близки к смерти. Не можете думать о своей жизни после смерти. Пришли здесь, надевайте платок и строите из себя. Знаете одно. Я уничтожу и ваш, и вашу дочь. Теперь я не буду милостивой. И маму найду в скором времени. Мой вам совет. Почистите свою квартиру и переезжайте туда. Пока не переедете, чтобы я вас здесь не видела, понятно? Мне стыдно за вас возле моего мужа. Все хорошо, мама? Что вы хотели сказать? Потише, сынок. Твой отец услышит. Ну хорошо. Что такое? Твоя сестренка позвонила. Почему она звонила? Нет, вы почему? Почему подняли трубку, мам? Мне позвонил неизвестный номер. Откуда мне знать? И что она говорит? Она в Узбекистане. Говорит, что придет. Куда придет? Вы не сказали, чтобы она ни шагу не ступила в этот дом, мама? Сказала, сынок. Но я все равно волнуюсь. Мама, почему вы вообще за нее волнуетесь? Волнуюсь, что она придет домой, сыночек. Твой папа только пришел в себя. Его нельзя беспокоить. И теперь это случилось. Нет, мама, это не произойдет. Она ни шагу не вступит в этот дом. Я тоже ей сказала об этом, сынок. Но... Мама, дайте мне ее номер. Что ты собираешься делать? Дайте ее номер, мамочка, прошу вас. Не делай так, сынок, не надо. Мама, я тоже совсем не хочу слышать ее голос, но я не могу позволить ей вернуться. Пожалуйста, дайте ее номер. Хорошо. Только не устраивай ссоры. Хорошо, хорошо, дайте. Скажите, какой? Сейчас принесу свой телефон. Хорошо, мама, хорошо. О, боже мой, боже мой, боже мой. Почему мы не можем жить спокойно? Почему вечно что-то случается? Ты что здесь делаешь, а? Что? Ты и вправду обнаглела, да? Вообще, ты что здесь делаешь? Это мой дом. Эй, бродяжка, ты живешь в этом доме будто в аренду. А в дом, где живешь на аренде, нельзя так поздно приходить. Ты что несешь вообще? Что, тебе не нравится? Правда, всегда такая горькая девчонка. Послушай меня, сирота. Это мой дом. Почему ты пришла сюда? Или твой муж снова тебя выгнал? Ты, походу, так и будешь витать в облаках, пока не останешься на улице, да? О, Господи. Где моя мама? Кто это? А, ты говоришь о служанке? Недавно хлопотала на кухне. Послушай меня. Я говорю как есть. Что, ты забыла свою историю? Лучше иди и пригляди за своей мамой, а то вдруг умрет.
По-моему, ты снова свихнулась. Мама! Дура. Мама! Мама? Мама, что случилось? Мама, в чем дело? Лекарство. Сейчас. Мама, почему вы не пьете лекарство? Идите сюда. Не спеша. Вот так. Выпейте это. Сейчас вы придете в себя, мама. Почему вы вовремя не пьете лекарство? Что случилось? Что случилось вообще? Почему вы не пьете лекарства, мама? Я пью, дочка. Пью. Резко закружилась голова. Ну что такое? Эта ведьма не подействовала вам на нервы, мама? Почему вы молчите, мама? Все в порядке? Да, мне намного лучше, лучше. Тогда постарайтесь уснуть, мама. Хилола, не ругайся со своей сестрой, хорошо? Вы не думайте об этом. Спите, мама. Слушай, мерзавка, что ты сказала моей маме? Я с тобой разговариваю. Что ты сказала маме? Что? Что ты ей сказала? Ничего не говорила. Просто напомнила, кто она такая. Вы бродяги, которые пришли из улицы. Прошлое никуда не ушло. Ты в этом доме только служанка, поняла меня? Закрой рот! Я тебе еще покажу. Я тебе покажу сейчас. Устрою. Что такое, а? Отпусти. Вы вообще в своем уме? Бесстыжие. Что вы делаете? Вам не стыдно? Я убью ее. Что ты делаешь? Перестань. Ты не говори о моей маме. Илала. Закрой рот. Иди и выйди в свою комнату. В следующий раз... Я сказал тебе, иди в комнату. Ты не уйдешь от меня. Сумасшедшая. Дура. Говорит, что это дом ее папа. С тобой что случилось? Заткнись. Что это за манеры? Я говорю, как есть. Почему ты обзываешь ее маму? А моя мама? Где моя мама? Вы можете мне ответить? Вы только за нее заступаетесь. А как же моя мама? Вы смогли удержать мою маму? Я сказал тебе, хватит. Что с ними делать-то? Что это еще за испытание? Алло, слушаю. Почему ты звонишь моей маме? Брат, ассалам алейким. Что ты хочешь от нас? Я соскучилась по вам. Я у тебя спрашиваю. Какая у тебя цель? Я говорю честно, брат. Эй, не неси чепуху, понятно? Почему вы не верите? Я... Да хватит! Брат, мне очень плохо. Что, по-твоему, меня это интересует, да? Да кто ты вообще такая? Откуда вообще появилась? Еще меня и братом называешь. Послушай меня хорошенько. Я тебя не знаю. И не хочу слышать даже твой голос. Тебе же не нравилась наша жизнь? Пожалуйста, брат, послушайте. Ты теперь живи своей жизнью, поняла? Не беспокой нас. Брат.
Фархот, все хорошо? Все нормально, мама. Почему спрашиваете? Твоя жена ведь не пришла? Гузар сегодня не придет. Она останется у своего отца. Ну и отлично. Если возможно, промолчи. Пусть отдохнет 5-10 дней. Я тоже от нее отдохну. Мамочка, вы не можете помириться со своей невесткой? Толку нет. Ты забудь про это. Почему? Она ведь изменилась. Неужели вы этого не видите? Вижу. Но я не могу смотреть на нее другими глазами. Ты же знаешь меня. Если мне кто-то уже не нравится, я никогда не могу его простить. Что, ты теперь от меня хочешь отказаться? Бросьте такие слова. Разве это то, над чем шутит? По-твоему, я сейчас шучу? Я и вправду уже пугаюсь вас. И отец твой... Хватит, мама. Хватит сравнивать меня с этим человеком. Да. Тогда докажи мне, что ты не похож на этого человека. Твоего сына и невестки не видно. Не знаю. Еще не вышли. Ну, наверное, устали. Ничего. Пусть поспят. Хорошо. Твоей невестке и так трудно. Да я ничего не говорю, дорогой. Осталось очень мало времени до родов невестки. Вы вчера поговорили с тетей Хумаенджона? Даже не сказали, что случилось. Поговорил. Дорогой, когда вы отвыкнете от этого? Молча сидите. Пока я не спрошу повторно, вы не говорите. Эй, милая, вот твоя привычка любознательности так и не ушла. И не уйдет. Мама такой родила. Так вы расскажете или нет? Да что я скажу? Проблема решена. Что решено? Она молча сказала, что заберет дом? Да, так и сказала. Значит, это было ее изначальной целью. Я не поверила, когда вы сказали. Эх, милая, когда я ошибался? Никогда, дорогой. Это-то хорошо, но нехорошо, что мы отдаем им свой дом. Столько людей позволили отдать дом одной сироты. Мне и за себя стыдно. Тебе-то почему стыдно? Разве ты правовед? Мы все равно не поискали другого способа. Ну? Когда это они хотят взять дом на свое имя? Никогда. Мы не отдадим им дом. Что? Я не поняла, как это? А вот так. Как мы не отдадим им дом и оставим себе Хумаёна? Они не согласились, но теперь им придется. Правда? Как вы этого добились? Ну хорошо, хорошо. Алишераке, вы не встанете? Алишераке, просыпайтесь, опаздываете. Я говорю, вы опаздываете на работу. Сейчас. Вставайте уже, поскорей. Я приготовлю завтрак, выходите скорее. Вчера вечером никто не остался? Нет, никто не остался, я должен был остаться, но я не остался. Не нанял никакого охранника? Нет.
Нужно нанять. Если будете что-то кушать, я закажу. Не нужно. Надеюсь, скажешь что-нибудь нормальное, раз привел меня сюда с утра. Да, есть такое. Ну? Но не знаю, наверное, вам не особо понравится. Потому что я не хотел сказать сестре, пока не решу все до конца. Хорошо, говори же. Ну, короче, я решил жениться. Правда? Тогда ты отказался от Гульнора? Да, так. Подожди. Только невестка... Да, вы ее хорошо знаете. Она не чужая. Валип, мы ведь с тобой разговаривали. Хорошо, зять, но мое мнение изменило именно Сана. Не знаю, я хочу жениться на ней. Ты в этом уверен? Ну, не на 100%, но не знаю. Эта мысль не покидает мою голову. Братишка, я очень рад, что ты отказался от Гульнора. Но избавившись от одной беды, попал в другую. Это не так, зять. Санам, вы сами знаете, хорошая девушка. Знаю, но что, Тимур, ты об этом подумал? Так ведь его точно посадят. Эй, ведь он когда-то выйдет из тюрьмы. Зять, с этими преступлениями он не выйдет через 5-6 лет. Что бы там ни было, мы не вручим Санам в руки этого мерзавца. Эта проблема существует уже давно. Ты не обязан решать ее. Но я так хочу сделать. Бедная осталась совсем без защиты. Ее мама недавно покинула этот мир. Она осталась одна. Ладно. Что бы там ни было, ты не спеши. Еще даже суда Тимура не было. Пусть пройдет суд, потом посмотрим. Я-то не спешу, но... Галип, я же говорю тебе, нет. Ты ведь сам еще до конца не решил. Поэтому... Давай не спешить. Ладно, ладно, хорошо, ладно. Что случилось со сватами, которые пришли к Санам? Они же недавно приехали. Сказали не спешить. Почему? Вначале ведь так паниковали. Не знаю. Ее братишка хочет вылечиться. Они уже давно приходили? Что вы хотите сказать этим? С нашей деревни тоже спрашивают о Сана. Кто? Да их там несколько. У вас? Ну да. Все они дедушки, старше меня. Спрашивают для внука, для своего младшенького. Санам, иди сюда. Что ты хочешь сделать? Подождите, мы спросим у нее. Эй, как ты у нее спросишь? Я спрошу, подождите. Идем, Санам, садись. Санам, ты видишься иногда с женихом? Общаетесь? Ну ладно, не хочешь, не говори. Я хочу сказать, тебя спрашивают сваты с нашей деревни. Что ты скажешь? Ну? Говори, доченька, ты встретишься с ними. Эй, что ты несешь? Ну а что, дорогой, пусть увидится. Вы же не выдадите ее замуж, надев на ее голову мешок. Ты иди. Ты вообще в своем уме? Ну что я сделала? Она ведь не ребенок. Если я выдам ее замуж, то груз с моих плеч бы ушел. Ты не видишь, что она, бедная, стыдится рядом со мной. Господи. Ну хорошо. В следующий раз я отдельно с ней поговорю. Мы никак не можем от нее избавиться. Что это значит? Следи за своим языком, дура. Сейчас ударить бы тебя этой пиалой. Ну хорошо.
Просыпайтесь, вы опаздываете на работу. Любимая моя, никак не могу поверить, что ты наконец-то стала моей. Ну, что за подготовки? Твоя мама не захотела спуститься и поесть? Это не маме, это папе. Нет толку от твоей доброты, понятно? Он все равно выберет меня. Мы на это еще посмотрим. Это для мамы, не выпей. Понятно? Моей маме, видите ли. Гузаль. Гузаль. Ты сама во всем виновата. Алишераке, вы звали? Да. Сколько сейчас время? Уже 10. Как вы? Почему ты не разбудила? Я же опоздал на работу. Я будила вас, но вы не встали. А, это самое, Алишераке, надра... Помолчи. Не говори ни слова. Хорошо. Что это было? Мама, вы проснулись? Да. Я давно проснулась. Как вы себя чувствуете? Хорошо, доченька. Я вчера тебя напугала, да? Больше так не пугайте. Что я буду делать без вас, мама? Доченька моя, ангелочек мой. Мама? Вы меня сильно любите?
Да. Что бы я ни сделала, если я приду к вам, вы простите меня? Ах, доченька моя, как можно не любить тебя? Ведь ты моя единственная дочь на свете. Если бы ты знала, я живу в этом мире только ради тебя, доченька моя. Да, я знаю, мама, знаю. Гузаль! Гузаль! Что случилось? Что с тобой? Твой отец кричит. Открой глаза, да забудьте доченька. Про них, мама. Что случилось? Алишер. Да, мам. Стой, стой, сынок. Куда ты идешь? Я иду на работу, мам. Не спеши. Ты поговорил со своей сестрой? Угу. Поговорил. Что она сказала? Я не слушал ее внимательно. Я сказал ей больше не звонить. Ты не спросил, почему она звонит? Мне плохо, и еще что-то сказала. Короче, вроде хотела вернуться домой. Неужели? Придет домой? Не придет, мама. Я не позволю этому случиться. Если она и вам позвонит, вы тоже скажите. Пусть даже не мечтает о возвращении домой. А что случилось-то? Вы переживаете о ней? Мама, вы не делайте так. Мы давно ведь отказались от нее. Еще не будьте такой доброй и не зовите ее домой. Да нет, сынок. Просто я спросила, и все. Нет-нет, я ее никогда не прощу, сынок. Хорошо, мамочка. Если она снова позвонит, скажите мне, хорошо? Хорошо, сынок, хорошо. Иди на работу. Хорошо. Желаю удачи. Да, спасибо. Хорошего дня. Что случилось, Гузаль? Гузаль умерла. Что? Умерла, Гузаль. Это правда? Дочь Абдуллакия умерла. Что? Когда? Ее возлюбленная умерла. Теперь, даже если ты не отдашь своего ребенка, ему придется подумать, отказываться от тебя или нет. Твою свояченицу спрашивают в жены. Что? Но мы должны остановить эту игру. Какую игру? В смысле, какую? Я про то, что мы играем роль влюбленных. Разве мы это делали не из-за Алишерки? Geçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge, yalgan mı namus, taşlep getirgen ey kadri tokirgen.